Ай-яле, плю пельмени. И быть не может, чтобы мне пельмени надоели. За любимым делом пролетают дни недели. Табаляки и гости города дегустируют сибирские пельмешки в рамках гастрономического фестиваля «Пельмены съест». Чтобы нежелательные калории не осели в ненужных местах, находчивые участники фестиваля совместили приятное с полезным и запустили на просторах интернета танцевальный флешмоб. Движение для пельмены макарены придумал хореограф Сергей Кораблин. Конечно, когда я думал, что сделать, движения должны быть простые, чтобы мог повторить каждый человек, не обязательно какой танцевальной подготовки он имеет. Поэтому движения простые, легкие. Меня поддержали мои ребята, мои танцоры, и еще и город поддерживает. Я более чем уверен, что видео еще будут сниматься и делаться, поэтому это на самом деле здорово. Лепим пельмени. Раз пельмень, два пельмень, оп, три пельменя. Чтобы стряпать их, как я, дружок, тебе нужны умения. Годы тренировок, так что наберись терпения. Или пили до окупения. Самые основные движения, все легко и просто. Мы с вами что будем делать? Лепить пельмени. Это первое движение, мы с вами делаем оп, оп. И три раза быстро, оп, оп, оп. Принять участие во флешмобе очень легко, нужно запомнить движения и исполнить их под музыку. А чтобы было веселее и масштабнее, можно присоединиться к общегородскому танцу 11 февраля. На самом деле это очень здорово, когда проходят такие флешмобы. Это же может завируситься и во всех социальных сетях вас показать, и вас могут узнать во всей России. Тем более, когда такой гастрономический фестиваль проходит у тебя в городе, почему бы его не поддержать и сделать его еще ярче, круче и веселей? А еще на фестивале вас ждет большая праздничная программа. Второй пельменный съезд в разгаре. Нас ждет финальное мероприятие 11 числа в субботу. В час дня здесь стартует большой праздник, где вы можете насладиться вкусом пельменей, посмотреть концертную программу и принять участие в кроверазгоняющем, настроение поднимающем флешмобе «Дубак Дэнс». Старт фестиваля в субботу в 13 часов. На базарной площади будут представлены в продаже пельмени от местных производителей. Состоится выставка-ярмарка тобольских ремесленников. А кафе и рестораны проведут дегустацию более 10 тысяч горячих пельменей. Наталья Китова, Ярослав Прохоров, Тобольское время.